Всем привет! С вами снова Аза Кашапова. Пока актеры театра в отпуске, я расскажу о погоде на пятницу 28 июня. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам кончатся дожди. Правда, если верить предварительному прогнозу, они вернутся в начале недели. Ну а пока ожидается облачная, без осадков погода. Днем потеплеет до плюс 26, ночью плюс 11. Скорость ветра 7 метров в секунду. А вот в южных районах настоящий потоп. Дождь не собирается кончаться, а наоборот станет сильнее. Ожидается облачная погода и обильные осадки. Днем похолодает до плюс 20, а ночью стабильно плюс 13. Порывы ветра до 4 метров в секунду. На западе Бурятии без изменений, пасмурно и небольшой дождик. Днем прохладно, плюс 17, ночью плюс 7. Скорость ветра 6 метров в секунду. На фоне всего этого жителям столицы республики можно только позавидовать. В Улан-Удэ облачно, но без осадков. Днем плюс 22, ночью плюс 14. Правда, ветер со скоростью 9 метров в секунду не сильно может вам помешать. На этом у меня все. Поздравляю с окончанием рабочей недели. Хорошенько отоспитесь и не болейте. С вами была Аза Кашапова. Еще увидимся. Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу токарей, операторов станков с программным управлением, фрезеровщиков, маляров, электромонтеров, сверловщиков. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа и железнодорожного проездов. Санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.